Сингапурское колесо обозрения. Купив билеты, поднимаетесь на второй уровень. Проходите по галерее до конца. И вот они, заветные капсулы. Их 28. Каждая способна вместить 28 пассажиров. Вам открывается великолепный вид на залив с его высотками. И на окрестности. Полный оборот колеса 28 минут. За это время можно сделать не одно селфи и насладиться видами. Когда кататься лучше, днем или вечером? У каждого катания свои прелести. В 2012 году мы уже катались на этом колесе. Тогда оно еще было самым большим в мире. В прошлый раз мы видели репетицию оркестра. Судя по цифре, к Дню независимости. Это было 5 лет назад, в этом году уже 50. Сингапур – потрясающий город, в нем обязательно стоит побывать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.